Вчера для меня был очень исторический день. Я выпустился из семинарии уже 15 лет. 15 лет как одно мгновение. Вот совсем недавно было 10. Мы встречались на этом месте с нашими выпускниками. Приехало 50 человек, а выпускалось нас больше 90. Основная масса выпускников наших – это священнослужители, которые служат по всем континентам нашей планеты. Прекрасные, талантливые ребята. Я вас всех люблю и поздравляю, уважаемые выпускники 2008 года Одесской духовной семинарии. Желаю только одного – это мира и спасения души. Совсем недавно я вам рассказывал про трагедию, которая случилась в нашем Иверском монастыре. Как прилетела ракета, повредила здание. Мы помогли больше 330 тысяч на обитель. Недавно я делал транш 9 тысяч на связанное что-то с крышей. И вчера 132 тысячи оплатили на крышу братского корпуса. Уважаемые братья и сестры, бесконечно вам за это благодарен. И еще показывал я вам батюшку из Полтавской области. Помощник владыки Филиппа звонил помочь. Он хочет там пристройку сделать, потому что негде священнику жить. Сегодня 100 тысяч я уже перечислил. Этих денег хватит на половину, это 6 палетов газобетона для камня, хватит для бетона и металлоконструкции сделать фундамент. Батюшка мне спитал, отец Андрій, а ви ще зможете мені допомогти, чи зможна звертатися? Я, конечно, йому пообіцяв, сказав, що отець Дмитрий, скільки буде можливість, обов'язково всім поможемо. А ще ко мені обратився семінаріст Київської духовної семінарії. Мене звати Сергій Скакальський, я навчаюся в Київській духовній семінарії в 4 класі. Я звертаюся до каналу «Життєрадісний дяк» за фінансовою допомогою на суму 32 тисячі гривень для проведення операції на очі в місті Запоріжжя в клініці Візус. Я, як завжди, залишаю реквізити в описанні, хто може, поучаствуємо і обов'язково поможемо і Сережі, і всім іншим людям, які до нас будуть звертатися. З вами був життєрадісний дяк. Всім хорошого вечора.